Коллеги, рядом со мной представитель замечательного Чили, Орландо Салинас, и пусть вас не смущает его потрясающий русский. Здравствуйте. Привет, привет, Сергей. Очень приятно познакомиться, рад находиться у вас здесь. И хотел представить наш напиток, гордость Чили, флаг Чили. Это писко, чилийский писко, не перепутать с перуанской писко, хотя перуанская писко тоже хороший, но чилийский, он намного лучше. Вот, сейчас у меня в руках это гранд писко. Писко делится на три категории. Специал – это 35 градусов. Резервадо – это не уровень выдержки в бочках, да, а градус алкогольный – 40 градусов. И гранд писко – это от 45 до 50 градусов. У меня здесь гранд писко – 50 градусов, 9 лет выдержки. Это писко, которое просто никого равнодушно не оставит. Сейчас откроем, покажем вам, пожалуйста. Выдержано в бочках 9 лет. Вот чем писка отличается от других напитков, это 100% мускатный сорта винограда. Только мускат можно использовать. Всего 12 разновидностей муската, которые можно использовать для производства писка. Он выдерживается в бочках американского дуба 9 лет. У него получается фруктовый аромат, дерево. Здесь нету ни капли сахара, ни капли ванили, никаких красителей, ничего нет. Это 100% экологический продукт. Я так понимаю, российский рынок не видывал еще такого качества напитка, и мы с удовольствием сегодня его презентуем и надеемся, что наши ритейлеры оценят по достоинству его. Да, я тоже надеюсь, что оценят, потому как писка представлен в России, есть пару компаний, которые заводят себе порядка 10 лет писка, ну именно сегмент премиум-класса нет еще в России. Соответственно, мы сейчас пытаемся продвинуть, ищем партнеров, баров, ресторанов, кто готовы с нами сотрудничать и попытаться помочь нам войти на российском рынке с этим напитком. Надеемся, у вас все получится, а вы будете тому способствовать, потому что ваш потрясающий русский, конечно, вводит в заблуждение. Спасибо большое за комплимент. Ну, 20 лет в России делать свое дело, конечно. Поэтому еще раз спасибо всем. Надеюсь, что вот у вас дальше будет хорошо получаться, как получается. И от нас будем делать все, что можно для того, чтобы этот напиток появился на полках и в домах наших дорогих, любимых россиян. Спасибо большое.